Данное видео создано в развлекательных целях, все показанное сегодня по изображению. Это шкарлупский трек. А мне семечек. А мне. Вставай так, чтобы развернуться. Там уже на Матизе у нас. Вообще все боди открыты. Сегодня я, ребят, катаюсь на Матизе с Эдиком Дольшем. У него, кстати, есть на Ютубе канал, и он тоже роется в помойках. Конкурент, сука, блядь. Сейчас будем задирать местные помоечки, будем лутаться до темноты, а так сказать, до потери пульса. Первая помоечка у нас по маршруту, потом поедем на новый район изучать новый райончик. Да, Эдик? Да. О, Луи Виттон. Да ладно. Находочки. Нифига себе, это находки от гаишников. Это кобуры для пистолетов. Палочка гаишника, дай посмотри. Какие палочки гаишничка, ребят. Кобуры для пистолетов. Вот это находка интересная. А пистолетов там нету? Посмотри повнимательней. Вдруг пистолеты есть. Вот это интересно, конечно. И пояс, ребят, гаишника. Кожаный такой, белый. Но уже грязный такой. А у меня тут какие-то коробочки Louis Vuitton. Что-то кто-то что-то брендовое покупал. Нифига себе, ребят. Вот когда Louis Vuitton покупаете, вот такой конвертик кладут. Там вот такое. Вот какая-то книжечка. И вот такое. А, сертификат о том, что это оригинальный Louis Vuitton или что? Нифига себе. Опа, как будто вынос хаты. Что у нас в пенале? Всякие фигурки с киндер-сюрпризов. Хо, нифига себе, что я нашел. Что-то сегодня полицейские находки. Кобуры гаишника нашли. Тут этот пиджак полиции. Это всем полицейским привет. Опа. Так, а это у нас загородная помойка. Тут, как обычно, свалку устроили. Ну, кстати, может, в этой свалке что-то я найду сейчас. Так, тут тоже одна бытовуха. Самокат разбитый. Не, ну что-то тут полный голяк, кроме вот такой табуреточки, на которой можно сидеть. Но мне не нужна, но я бы взял. Да, ребят, вообще голяк. Какой-то баллон от опрыскивателя, я так понимаю. Там даже какая-то жидкость есть. Ну, я думаю, короче, посижу. Вдруг мне повезет, заветный вынос хаты подожду. Посижу, поиграю в телефон, может, что-то выкину ценного. Нашел очень топовую, ребят, игру, которая недавно вышла. Называется 1V Mobile. Это проект от GTA RP. В общем, оптимизация у игры просто на высочайшем уровне. Постоянно в нее залипаю. Играю я на сервере Victoria. Заходим на него. Ребят, я очень мало знаю годных проектов на телефон, в которые можно поиграть с кайфом. И это один из немногих проектов, который мне очень сильно зашел. Я не знаю, как они смогли так сделать игру, но она просто божественная. В другие GTA-шки играл на телефоне, но там было совершенно не то. Так, у нас город прогружается. Так, выберите место появления. Давайте недвижимость. Стандарт. Итак, ребят, смотрите, я появился в городе. Вы посмотрите, какая плавная картинка. Как все офигенно выглядит. И в этой игре, знаете, что меня удивило? Можно электросамокат в прокат взять. Все, я взял, ребят, электросамокат и могу на нем кататься. А еще я могу стантить, ребят. Капец круто. Оптимизация. Капец, как все плавно, ребят. Вот просто офигенно. А ну, постантим-ка. Опа, на заднем поехал. Можно даже на переднем офигеть. Капец, сколько тут меню. Сколько тут функций вообще. Можно он позвонить. Можно слезть. Игра, ребят, с открытым миром офигенная. Так, садимся в машину. Я тупо тачку угоняю, ребят, у чувака. Да блин. Так, я не понял, это что за дела? Я тоже покататься хочу, братуха. О, все, я с чуваком катаюсь. Тебя как зовут? Проект, ребятки, новый, так что у вас есть все шансы подняться до самой вершины. В игре есть эксклюзивные мини-игры, которые есть только на этом проекте. Также в проекте имеется очень жирный ассортимент доната. Кейсы, машины, валюта и множество плюшек уже ждут вас в игре. Есть Battle Pass, за который вы сможете получить отличные подарки, а регулярные ивенты и розыгрыши не дадут вам заскучать в игре.
Также по моему промокоду Штребух вы получите бонус буст в начале игры. А это скин 199 винкоинов, автомобиль Москвич и 75 тысяч рублей игровой валюты. Так что не упусти свой шанс. Залетай на проект по ссылке в описании, а также по QR-коду. Сканируй его со своего телефона и играй вместе со мной в 1V Mobile. Итак, подъезжаем, нифига там стекло какое. Ну тут помоечка очень интересная. Помойка вот эта перспективная. Ну блин, ни разу я тут ничего не находил. О, сюда телевизор Xiaomi, сюда. Разбитый, но плату можно продать на запчасти. Телевизоры, ребят, Xiaomi, вот Mi написано, Mi. Xiaomi на запчасти заберут по-любому. Он полностью целый, правильно? Правильно. Ребят, Mi LED TV L50M6 6 ARG. Модель телевизора. И материнская плата от этого телевизора стоит вот столько. Я ее сниму и за такую же сумму продам. Ну, может, чуть-чуть дешевле. Я думаю, 1005 я заработаю с этого телека. Опа. Что-то как будто вот в этом пакете должно быть. Смотрите, какой красивый. О. О, прикинь. Целая коробка этих чехлов новых. Новые чехлы от телефонов. Ребят, нифига себе. Да тут на все. Как-то пустая. И на iPhone, и на Android, я так понимаю. На Samsung всякие. Что, прям новые? Вот, Samsung. Да, новые. Пульт есть. Что еще тут? Есть что-то техника какая-нибудь? Да не, одни чехлы. Ну, пойдет, пойдет. Берем. Стой, стой. Тоже долбоеб летит, блядь. Я тебя второй раз спас, прикинь, от аварии. Помнишь тогда на российской? И тут вообще это жесть. Ты его не видел? Вообще. Капец. И хорошо, что я его увидел. И пылесос я увидел. И подушечку я увидел. А пылесосик-то с проводом. Угу. Шлангер только надо отыскать. Слышь, быстрее, быстрее. Прячь быстрее, пока дворник не пришел. Это по-любому он отложил. Шланг от пылесоса только вот где. Так, ищем шланг от пылесоса. Смотри, шланг от пылесоса. А то без шланга, как я его... Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Вот это очень не, взрывоопасно. Не надо. Главное, чтобы она не рванула. А то тут будет вообще жесть. Что-то да, что-то голяк. Ребят, это именно та помойка, где мой конкурент, подписчик, налутал одноразки, когда я приезжал их забирать. Вот здесь это было найдено. А вон, кстати, ашка одна валяется. Вот в этом баке. Кстати, вдруг выкинули еще продолжение, хотя его вывезли. Ого! Это ж кусочки газончика, ребят. А, это такие пробники. Нифига себе, так их можно забрать и степлером попристегивать. Прикинь, вот тут вот таких кусочков много новых. Их можно этим степлером к чему-то присобачить. Яндекс сумка. Ого, и как будто не пустая. Новая сумка вообще. Офигеть, ее продать можно за 2000. Нормально так Эдик нашел. А я вот думаю, что с газоном делать. Его же можно, по сути, к любой поверхности вот так приложить и степлером присобачить. И даже не будет видно, что это не один цельный кусок. И тут этого газона, я так понимаю, очень много. Забрать, не забрать, думаю. Вообще я бы забрал. Нифига себе, тут сколько их. Да и продать, я думаю, можно. Слышишь? Давай забирать. Пепля чуть-чуть он. Походу сейчас в гараж поедем выгружать, ребят. Ну а вы бы не забрали? С бирками газон новый. Давай, капец, ребят, карабень какая газона получилась. Ага. Не лезет ни хера. Давай засыпать. Давай с разбега. Раз, два, три. Матис Грузи. Просто газон. Ребят. Опа. О, тут, кстати, поработал кто-то, прям видно. Обработали как будто, да. О, да ладно, нифига себе. Посыпалось. Посыпалось всякое. Такая вот. С фикс прайса.
Грелки рабочка. Для ног самогревы. Новые. О, прям. Вот сюда закидываем. Тут мелочевка у меня всякая, россыпи. Вон картриджи. О, антенка. Так, одноразочка. О, признаки часов здесь. О, Mi Band. Да ладно. Прикинь, Mi Band. Оригинальные. Еще тут куча картриджев для вейпа. Но они все бэушные. Так, это что? Вау, нифига себе, какая штука. Это моя тема. Только нос команда, отломанный кончик. Салка. Да и все, прикинь. Коробка от микроволновки. И в ней, кстати, что-то есть. Что-то там есть, какой-то сундук. Тут какой-то сундук. О, тут маски медицинские. Тут еще перчатки одноразовые. Нифига себе, вот еще перчатки. Это после коронавируса. Вот тут в коробке что-то. Открой, когда захочется ярких эмоций. О, нифига, какой набор. Яркие эмоции получил, да. Нифига себе, подарочный набор, ребят. Чего, так там капец. Не-не-не. Вот еще маски, платочек какой-то. Нифига себе. Церковная шкатулочка. А ну, что в ней? О, иконка, ребят, офигеть. Вот это находка. Такое я не ожидал найти. О, наушники от Apple. iPod'а. Вот это ценное. Нифига себе, ребят. Так не залез бы сюда и не нашел бы это. Представляете, икону выкинули. Новую вообще. Так же нельзя делать. О, да. Кормилица. Да-да-да. Я вижу. Mercedes, Benz, Benz. И кормилица. Бенц, 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 бенц. Бенц, 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 бенц. Бинц, бинц, бинц. Опа, какой чехольчик на айфончик 12. Так. Так, 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 так. А это что такое? Краска какая-то. О, нифига, тут целый пакет краски. Ребят, целый пакет всякой краски для волос, походу. Вот такие тюбики. Целый пакет краски. А ну, дай-ка одну. Ребят, вот такая вот. Эпика Professional. Вот столько стоит такая краска Made in Italy. А там таких пачек штук 15. Он Эдик говорит, даже штук 30. Нормально. Опа, прикинь, еще пакет. Это какой-то Лондо. Не, вот это зеленая, это крем-маска для волос Studio Professional. Studio Professional краска для волос вот столько стоит. Тут тоже пачек, ну, где-то 10. Вот слева помойка. О, классная штука там. Машина тоже хорошая. Вот эта штука прикольная. А ну ее покрасить может надо еще. Она целая. Это доска для рисования. Вообще целая. Забираем. Забираем. Вот мощнейшая. Марш! Ты не спеши ты. Ты куда? Поперед бате полетел. Разогнался. А, я думал. Ты че? Ой, здесь есть с чем поработать, капец. Силиконовая лиса. О, нифига, прилипает. О, тяжелая Redman. Вот тут, походу, пароварочка. Ну да, прикинь. Это скороварка. Она просто сама по себе такая тяжелая. Унит с проводом. В комплекте с чашей. Обалденная. Ну и отмыть, конечно, надо. А так вот прям с коробочкой. На, пакуй. О, тут еще термос. Хороший. А ну подожди, целый? Целый. Выехал на помоечке, второй день вместе с Дими. Одеваю новые бронебойные перчаточки, лучшие в своем классе. Защищают от шприцов на помойках. Ой, кормилица. Так, так, что у нас тут у дворника? Опа, что там? О, одноразочки. Сюда. Нифига себе, сколько их там. О, ну немного. Ну что, пойдет. Сколько их тут штук? Ну, примерно штук, наверное, 30. Ну, нормально. Это, конечно, не те 1500, которые я нашел в прошлом видосе. Кто не видел, ребят, это видео, посмотрите. Я 1500 одноразок в прошлом видео нашел. Тут они какие-то подзарыганные, но, видимо, кто-то курил, копил. И в итоге не нашел бачок для утилизации батареек и выкинул сюда. Либо это дворник копил, не знаю. Ну, пофиг, нормально. Ой, я пернул с подливой опять. Блядь, что такое-то? Что за день? Дима шляпетки нашел. Дим, я опять с подливой пернул. Отвечаю, у меня клапан не держит. Ребят, и такое бывает. Нашел одноразок и пернул с подливой.
Жесть, ребят, реально, я не знаю, что мне делать теперь. Обосрался. Что сделали? Обосрался. У меня между булок подлива. Помоечку сюда, находочки с нее сюда. Капец, тут мух летает. Ага, залупа одна. Ребят, в прошлом ролике я нашел 1500 одноразок. Кто не видел это видео, посмотрите обязательно. Так вот, я их все продал. Сделал 47 тысяч рублей на одноразках и подах. Я в шоке. Обязательно поделюсь с тем чувачком, подписчиком, который мне их все отдал на помойке. О, пакет шмоток. Че, Димечка, не залутал его? А ты че, Димечка, не стал лутать тряпки? Нет. Тут твои мужские вроде. Такие обрыганные. Вон шорты неплохие. Ну, на тебя, ты ж любишь маленькое. Слышишь, что попадается, то одеваю. Я вот надел так. Да нет, все, реально, шляпа одна. Шорты тоже бери. Для помоечки шортики пойдут. Ой, мощнейшая помоечка. Кстати, у Димы музыка теперь установлена в машине. Вот такая вот Bluetooth-колоночка. Вот послушайте, как играет. Реально качает. Музон топ звучание. Это Hardon Cardon. Боссы фирма. Так, а у нас тут что? Опа! 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 Котлетки! А, это овощи, овощи. Опа, шматковидная. Так. Ну это женское или детское все. Че там, Димочка? Отпариватель новый. Системный блок. Системный блок? Где? Где? Я его о, да я посмотрю компьютер. Дима нашел компьютер и отпариватель. Ага, системный блок. Сука. Димечки на ебер. Поилочка. Не, а че, корпус нормальный. Слышишь? Да его, в нем можно собрать комп. Забираем корпус, в нем можно компьютер собрать. Да нормальный корпус. Чуть крылышки раскрыл. Так, Димочка отпариватель новый нашел, ребят. Ух ты, почем на Авито продал? За 1000 рублей? То вообще люкс. Красавчик Диме продаван. Ребят, вот эту помойку я не стал лутать. Сидел, отвечал всем в своей группе ВКонтакте на сообщения. А то очень много людей пишут. Димочка залутал тут помоечку. Нашел эво-коврики автомобильные себе крутые. Машину, в машину себе. И вот такой целый планшет налутал. Вот, блин, теперь жалею, что тоже не порылся здесь. А ну, включится он. Экран целый вообще. О, да ладно. Бустревская Ирина. Владелица планшета. Офигеть. Так он даже не заблокирован. Ха. Ну, скорее всего, этим планшетом пользовался ребенок. Потому что тут очень много детских фотографий. Но планшет очень тупит. Да, тут очень много детских фото. Не будем палить, ребят, это все замылено, но тем не менее. Планшетик рабочий, пользоваться можно, даже вот какая-то есть игра. Shibby Dolls. Ребят, это Irbis модель TZ94. На Авито вот постолько их продают. Ну, Дима на 500 рублей дешевле продаст. Ой, помоечка вот такая с забором. Посмотрим, чем порадует. Мне кажется, тут что-то есть. О, да ладно! Быстрая зарядка для айфона. А, это не оригинал. И Provix с Type-C. И даже кабель в комплекте. Нифига себе. О, да ладно, нифига себе, с маски выпало. Durex Play. Ну там везде по чуть-чуть, это надо мне. Ремешочек женский на продажу надо. Не, ну смазочка для пениса, это благодать. Кусочек очков для сноуборда. А, так они со стеклами. Нифига себе. Сюда, по сути, ремешок чисто цепануть и все. Нифига себе, ребят. Очки для мопеда, считай, нашел. Неплохие, кстати. Ремешок цепану. О, так тут это вот штучки тоже от этих очков. Вот такая липучка. Arcturus Tactical. Ну, прикольно, прикольно. Все беру. Ремешочек. Вот такой брелочек для ключей топовый. Ну, смазочка благодатная для пениса. Вот это хорошая кормилица. Вот это вынос с хаты как будто. Ну да. О, кусочек ноутбука. О, вот это классная штука на стол. А у меня, пацаны, вот ноутбук. Кусочек ноутбука.
Да, ребят, помоечка сильно обломала, конечно. Так это, видишь, клавиатура в него вкручена, да? Да это самое дешевое. Видимо, клава меняется вместе с этой штукой. Конечно, так и меняется. Опа, что за артефакт? Блять, что там они орут? Мне аж страшно. Дим, артефакт секретный. Сможешь открыть? Открыть его? Да. Открыл я его. И вот еще по бокам тут. Ужас. Когда Кондей будет работать, отвечаю. Просто. Помойка кормит. Она дарит кэш, да? О, это Пума. О, а вот это? А вот это? А вот это. Синхрон. О, Casio оригинал. Держи. Вроде да. О, это Арик. Это Арик? Да. Руки куда запустил? Ребят, вот такие часы Casio оригинальные стоят вот столько. Это классические большие Casio. Ну да, хорошие обычные часы, которые не подведут, будут работать. У меня ж такие же, только типа золотые. Ну, типа, позолоченные. Типа ты оригинал нашел. О, типа нифига себе мешочек. Типа оригинал. Они такие сейчас стали бюджетные по качеству покраски. Так это такие, они всегда такими были. Это ж и так бюджетные часы, по сути. О, так вот от этого предмета. Слышишь? Его можно собрать. Комплект тут, помойка вооружает. Где приклад? Капец, ребят, смотри. Это ты нашел сканер находок? Нифига, свеча работает. Вот для него кончик, прикинь. Автомат этот склеить можно, понимаешь? Ого, ого. Нифига себе, какой маленький скейт новый. Нифига себе. Это сюрприз бокс. О, медний Винос. Ну тут походу много. Подъехал к помоечке, ребят. И смотрите, что я вижу. Джакузи. И у меня есть мысли ее забрать. Только я не знаю, как я ее увезу. Она целая вроде бы. Да ладно. Она вообще целая полностью. Во дворе поставить и джакузи принимать. Вот это будет песня. Походу это мне надо. Джакузи теперь у меня будет в гараже. Только я без понятия, как ее увезти на мопеде. Нифига тут. Набор чашек и блюдцев. Вот это я надеюсь смогу довезти и забрать. Как джакузи, блин. Надо ее замерить. О, сковородки, алюминий. Нифига тут лута везде. Лут, ребят, везде прям. Сковородочки алюминиевые. Опа, я тут вижу признаки пылесоса. Ай, ну черт, его разобрали. Ну вот шлангу, кстати, можно забрать. Потому что вдруг найду другой пылесос без такого шланга. А тут что? О, нифига, колеса. Это на самокат, что ли? Ну, это, кстати, могут купить на барахолке. Ну, колеса заберу. Так. Где вынос хаты, мой заветный? О, походу, вот он. Ух ты, какая подушечка, нифига себе. Вау, а это что? Ух ты, какой мишка. Такой мешочек тоже целый. Такие липучки какие-то. Нифига себе. Это что, для пластилина? Ребят, набираем тут добра дофига. О, рюкзачок. Но он целенький. Молния работает? Пойдет. Хороший рюкзак. О мой бог, какая помоечка. Надо ее залутать. Вместе с Димей. А кто это у нас тут приехал? Нормально все. Нормально все, Коль? Хорошо? Ну все, хорошо, отлично. Колечка приехал, ребят, мой друг с Питера. А возможно, он даже переехал в Краснодар. Не бросает меня. Вот такие друзья, ребят, должны быть. Да, Коль? Будешь рыться в помойке, бля? А? Я тебе могу даже перчатки дать. На! Кушать хочешь? Ну, поедим обязательно. А ты что вышел? Как будто это, посмотреть хочешь? Ну, ладно. Не стыдно будет тебе рядом с нами стоять? Красава, ребят. Ему не стыдно рядом с нами будет стоять. Ну так это просто шикарно. Вот это друг, ребят. Вам бы таких друзей тоже. Вот
Так, а что тут у нас? О, вынос с хаты, походу. О, нифига себе штанишки резервит деним. Хорошие. Вот эти штанишки я возьму на продажу. О, это чесночница. А вот тут что? Проводы, медь. Вот медь. Ребят, удлинитель на медь. Ты туда не лезь, эй, там моя коробка. Не-не-не, ага. Чувак, давай. Кастрюля. Успокойся, теряйся, отойди, отойди. Ты не наглей. Кастрюля на продажу пригодная. Ну, я знаю. Так, а что это у нас? А, это штуки для чистки Айкоса, походу. О, нифига себе. Ребят, это же этот... фрезер для маникюра, ногти пилить, в коробке прям, смотри, прям в коробке, новая как будто. Бормашинка. Бормашинка, да, для ногтей. О, нифига себе, ребята, я нашел какой-то прибор, это какой-то насос, водяной насос, вау. О, это для этого, для котлов. Для котлов насос, ну на, а что ты, загрузи все, нифига себе, его продать получится по-любому. А насос такой стоит вот столько. Надеюсь, что он рабочий. Это у нас блок автоматики. Сеть, сброс, что-то, нифига себе. Топовый какой-то. А машинка, аппарат для маникюра ТШ-298 стоит вот столько. Тоже неплохо. Опа! Ой, что-то там карниз я вижу. Ой, так ветрено сегодня. А это что у нас? Футболочка прикольная. Вот эти карнизы вообще вещь. Не-не, ну как мы в машину тебя засунем? О, провод. О, не, это дискотека. Дискотека века. Ее, может, купят. Ну, купят рублей за 50 эту дискотеку, ребят. Поэтому такое. Даже вам особо не рассказываю, что это такое. Потому что, ну, я думаю, все понимают. Бетон. А там, может, не только бетон. Вон провод. Ага, да, их почистили уже. О, вынос. Так, это что у нас за бренд такой? Ну, женские они пойдут. Нет. Они хорошие. Давай. Целостность. Но они хорошие. Но они хорошие. О, это что? О, нифига себе. А для автоматической коробки передач. Новая. Для коробки передач. О, а это что? Детские вот эти подушечки всякие, а ну, что там за подушечки? Подубитые подушечки. Но не все, кстати, вот это хорошее. И вот это хорошее. Это я в гараже положу на диван. Дим, не закрывай ты багажник. О, да ладно, твоя мечта стоит, 24-й вроде. Да я видел, давно уже тут стоит. О, вот моя мечта, походу. Это сочная помоечка. Ой, еще и с выносом с хаты. Да, вообще песня. Да, шмотки не песня, но рюкзачок песня. И вот такой уровень тоже песня. О, насосик автомобильный. Вот это надо. О. Металл. О, фонарик. А, что это такое? Зеркало автомобильное для Димечки. Нифига, еще с вот этой штукой. Ой, слоник завис. Как так? Что это у нас тут? Стекловато. О, коверчик. Пацаны, я думаю, ковер такой шикарный надо взять. Нифига, он топовый. Просто мощнейший ковер. Его, кстати, можно продать за пару тысяч. Ребят, Дима газанул и что-то застучало в моторе или в подвеске. Чё там такое, Дим? Граната вылезла. А, вон, вырвала гранату? Блядь! Ты что, ебанутый? Да, да там зацепили вообще. Ебать. Дим, я так пересрал сейчас, вообще жесть. Гранату вырвало. Чё делать, чё? Дим? Она не хрустела, граната. Вот. Она сейчас хрустнула. Она просто вырвалась сама, слава богу. Сейчас мы доедем? У тебя привод передний? Мне нельзя ехать с ней. Только сейчас откатим ее. Потому что можно ступицу разъебать. А потом просто на месте ее поменять. Задомкратить и поменять. Поэтому... Жесть. Ну,
Блин, капец. Сейчас толкать будем. Ой, да, стучит что-то там у него в колесе прям. Хорошо, хоть тут рядом заезд есть, вот тут машину поставим. Ты же говоришь, нельзя ехать. А я вот не могу понять, до конца ее вырвало. Ладно, я пока залутаюсь. Вот тут детское кресло. Кстати, неплохое такое состояние. Такое люксовенькое. О! О, это ж вот эта колбаса, чтоб спать. Вот эта вещь, вообще ее продать можно. Вот это берем. Дим, вот это купят. Колбаса, чтоб спать. Давай ее загрузим. Ее за пятихат продать. Давай сам. Дима говорит, да, я уже попробую доехать. Все, встало. Он газует, а она не едет. Я на передаче стою, не закрывай дверь, смотри. Вон, я свободно переключу. Передачу на заведенную. Что за пиздец, что за чертовщина? Блин, а помянем ты... походу. Ладно, надеюсь, что нет. Давай толкай. Странные. О, волына. Тебе ремень не порвался? Нет, вот целый. Да, двигатель идеально работает. Капец. Помянем машину Диме, жалко. Такая тачка, блин, не успели даже ей насладиться. Сделаем. Ребятки, спасибо, что досмотрели ролик до конца. Сегодня, кстати, 15 июля. Мне сегодня исполняется, к сожалению, 30 лет. И это, кстати, те самые очки, в которых я снимал свои первые видосы на канал. Сегодня будет стрим. В 8 часов вечера примерно. Поэтому буду всех ждать на стриме. Будем типа отмечать, там гудеть, кутить, дули, факи крутить, благословлять мусорные баки. Поэтому всех жду. Спасибо, что досмотрели ролик до конца. Помоечка кормит, ребят. В 30 лет меня она до сих пор кормит.